И теперь пройдемся по клубням. Здесь у меня 4 клубни. Это у нас Март Роскошь, ЕН Себастьян. Вот подарок. ЕН Вера. Или сокращенно, пока еще не знаю. И здесь у меня бенгальский кот. Сказали, что клубенек. Посмотрим, какие размеры наши клубни или клубеньки. Так. Вот такой клубенек. Здесь у него уже длиннющий росток. С листиками его срочно сажать надо. Клубенек беленький. Вот такой где-то, ну тоже где-то 1,5 сантиметра. Так, мы сюда пока отложим. Сейчас я, наверное, вытащу их, чтобы времени занимать, и покажу, какие они. Итак, я разобрала клубеньки. Вот такой подарок. Тоже уже длинный росточек. Клубенек хорошенький. Такой вот он немножечко. Какой-то двойной здесь или... Ну, вот такой вот. Виноградики такие. Посмотрим, как мне что дальше с ними. Так, здесь у нас бенгальский кот. Тоже, ну, этот без ростка. Ну, с корнями с такими. И здесь вот малюсенький у нас прям маленький Себастьян. Вот такой малюсенький клубенечек. Все, сейчас я их буду в стаканчике определять. И очень... Хорошие клубеньки, все хорошее, всем я довольна. Но единственное, наверное, что, как я уже говорила, вот что вот укорененные листья, да, где в пакете, если бы я отправляла, то, ну или, может быть, буду когда-то отправлять, то между вот листом, да, между зип-пакетом и листом с одной и со второй стороны для фиксации я бы туда положила, ну, или салфетку, да, или туалетную бумагу, потому что от целлофана подгнивают края от листочка. Вот, и это не есть хорошо. Вот, хотя там уже и клубень был, клубень с деточкой, но это все равно чревато. Поэтому, чтобы не было лишнего вот этого конденсата, не было лишней влаги, потому что вот этот торф, да, он достаточно такой вот влажный, не мокрый, не сухой, но именно такая вот комфортная у него влажность, чтобы ничего не загнило, ничего не испортилось. Вот поэтому единственный, наверное, здесь вот такой вот минус, что... Из-за вот этих вот прокладочек, да, целлофановых. Вот. И... А так все очень хорошо. Всем я довольна посылками своими. Поэтому будем растить и радоваться красоте.